Челы, заходите на стримы. Доброго времени суток. Ну что ж, добрались потихонечку, друзья, мы с вами до ивента, в котором мы начнем проходить с вами ретро-игрушки, да, в формате челленджа такого. Пройдемся, собственно, по всем консолям, которые указаны у нас вот здесь, получается, от NES до PS1. Ну, постараемся. Надеюсь, у меня хватит, собственно, сил и нервов не дропнуть этот челлендж, скажем так. Потому что, опять же, повторюсь, для меня это первый такой опыт. И хоть у меня и стоит в никнейме 8-бит приписочка, но, в принципе, я в ретро-игры до этого момента не играл особо, да? Были какие-то отдельные стримы, где я проходил там какие-нибудь кослы, что-нибудь такое подобное. Какие-нибудь старенькие приятные игрухи, платформеры. Но в этом челлендже далеко не факт, что будет выпадать только приятное. Да что уж там, почти уж наверняка будет выпадать процентов 70-80 неприятного, наверное. Но мы посмотрим. Дропаешь РГГ, обязан убрать восьмерку из ника. Супер пинбол. Так, на NES выходил. Интересно, это вообще проходимая темка или это просто мини-игры какие-то пинбольные? Хайскор 2007. Ого, нифига себе. Вау. Прикал Бесина. Да ты рофлишь, ну почему? Ну почему, когда, черт побери, открылся проход на третий уровень? Нет. Бля, нет. Фух, спасибо Господу. Говно в подвале, окей, говно в подвале, запишите, ребят. Говно в подвале еще запишите, пожалуйста. Бля, ну куда машинки были там? Ну ёбаный бобаный. Тихо, машинку. Бля, у меня начинается та стадия, когда обезьянка в голове просто начинает брынчать, понимаете? Просто начинает обезьянка в голове активизироваться. Надо собраться. Ждем девочку в купальнике. Вот кто не спойлерил себе девочку в купальнике, скажем так, ждет с особым упоением, как особую награду такую, да? Потому что это реально будет награда за прохождение. Девочка в купальнике. Что может быть лучше, казалось бы? Только девочка без купальника, разве что. Думаю, девочка подрастет, пока мы дойдем. Да, мне вот нравится, как люди, которые, типа, поставили на unbelief. Я не знаю, что там за unbelief, но вот я уверен, что там, типа, дропнет, не дропнет. Такие, да ты дроп, Рекви, наролишь там хорошую игрушку потом, все нормально будет. Вайски пройдешь полюбас, все будет хорошо, дропай, ты не переживай. Как чертики просто сидят. Да никто не будет дропать, хватит, отставить эти темки. Вы настроены как-то слишком, не знаю, зачильтесь, другальки, как говорится. Расслабьтесь. Мы играем в пинбольчик. Возьмите себе чашечку чая там, или, не знаю, какой-нибудь молочный коктейль. Сделайте себе бутеров немножечко. И просто наслаждайтесь жизнью, ребят. Под такие игры надо взять чайного гриба. Возьми чайного гриба. Нормальная тема, кисленький такой. Что? Это пятый экран? Это пятый экран? Или что это? Или это бонус уровень какой-то? Нет. Нет.
Блять, ну это просто кошмар какой. На, нет, ну за что опять? Опять. Нее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 
Бля! Ну что это? Моя жизнь, блядская трагедия. Ну просто, ну вот, ну как это происходит? Да блин, прям вот вообще... Ну конечно, конечно. Ну конечно, сучка, ну что ж ты творишь такое? Нет, ну что это такое? Охуеть не встать, охуеть не встать. Да это просто какой-то кошмар. Стример 3 сейчас играет в пинбол. Ну да, и чё, у тебя проблемы какие-то, что ли? С пинболом? Или с третьим часом? Или со стримером? Ты просто прикинул, что типа... А нахера я играю вообще в пинбол-то? В чем заключается суть моего существования? Смотрел на девочку в купальнике. Ну вот так ты видишь, ты не сдержался, братик. Понятное дело. Мало кто может сдержаться. Хотелось бы посмотреть побольше игр перед рабочей неделей, но ты заглядывай. Периодически просто. Какие проблемы? Наработки прям открываю так. Оп, глазочком посмотрел. Понял, Рекви играет все еще в пинбол. День 95. Ладно, загляну завтра. Я в детстве майских жуков с балкона брал и ел. Сидит жук такой на балконе. Подходит такой чувачок. Берет и ест. Да нахера нам сейчас хард, реально. Мы все разблокировали, что хотели. Играем на нормале. Там нет никаких уточнений по поводу сложности. А у нас в ивенте, если что, написано, можно играть на дефолтной сложности. Пусть бой. Да, можете, так сказать, перезвонить мне, если хотите, ребят. Пусть бой. Мне главное, бля, не получить плюс игру. Попытаться. Ну ладно, сычары такие, а? Как вы просто вот раздражаете меня, если честно. Своими пусси-боями. Надеюсь, вы у меня под столиком будете все сидеть вместе и причмокивать. Все, я наигрался, ребят. Все, я наигрался. Ну, ебучий босс какой-то выпал первый. Просто отвратительный. С ареной говна нахрен. Отвратительный. Говно в подвале. Вам одного говна не хватило, чат? Довольны говном своим, а? Сучарки. Так и знал, что выпадет какое-то говно. Вот в говне говна. Квадрат, черт побери, говна. Куб говна, я бы даже сказал. Сучара. Сраный какой-то всадник с ареной 2 на 2 нахрен сантиметра. Засирающий экран на 100%. Пошли вы в жопу. У тебя же есть щит веры, и ты, получается, можешь убрать плюс игру от Айзека. А, кстати! Реально, стоп, 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 стоп. Да, лол. Точняк, братик, вот это ты вспомнил, красавчик. У нас же был щит веры. Да блядь, ну что за пиздец? Ну это просто пиздец какой-то, чуваки. Ну что это такое, сука? Блять, иди нахуй. Он еще не размышлял о дропе. Да я каждую секунду в своей голове размышляю о дропе. Каждую секунду своей жизни. Давай, рерол, давай. Давай, рерол. Рерол хочу. Дай, 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 рерол дай. Ну, щит веры еще один активируется у нас, сука. Ну, прям вот близенько было к реролу. Ну, да что ж такое-то?
Да все, ребят, ну забейте, надежды тщетны. И как бы сегодня мы эту хуйню не проходим, значит завтра дропаем хуям. Серьезно, ну... Я пытаюсь, я стараюсь, я реально, блядь, хочу это попытаться пройти. Я ищу какие-то способы. Но тут просто все, ну, невозможно, как бы... Невозможно сделать что-то, какую-то гарантированную страту найти на прохождении. В любом случае ты проигрываешь. Гарантированная страта здесь только на поражение. Бля, как боковые выбивать, я не знаю. Блядь. Ну это пиздец. Ну, это был лучший трай. Ну вы сами, бля, видели. Просто она отлетела по центру. Ну просто вот по центру. Никак ее не подсейвить. Блядь. Я... мой мозг уже все не может. Мой мозг уже не может справиться. Я вместо того, чтобы нажать одну кнопку, нажал другую. Мой мозг уже все, он умирает. Я вместо того, чтобы нажать одну кнопку, нажал другую, бля, кнопку просто. Уже невыносимо. Twitch Drops на этой игре завтра, подрубим, чуваки. Включим Twitch Drops завтра на этой игре специально.